Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня выходной, обзорчик рынков, что интересного есть, посмотрим. К сожалению, пришлось перестановить после вчерашних роллингов Нокс. Поэтому немножко не так начнем, как хотелось бы, ну, в общем, поехали. Это у нас английский сервер. Ничего себе, смотрите. Это просто жестко. Так, что у нас интересного сегодня есть на Англии? Куча скинов, 26 на 2,5 героя. Девятые эмблемки, скины, конечно, в принципе, топовые. Космо, землеройка, фен. Вообще за копейки. Сундуки. Землеройка уже за двадцатку. Не за пак, как было 2 недели назад. Это радует. Скин на хронов, ловы. Неплохо, неплохо. Камешки, сумки, 62 миллиона кулаков. Тоже классно. Но в большом уже по 4 дают. Священный суд. Holy Conviction здесь называется. 15 тысяч камней. И таких рун дают. Обалдеть. Они сошли с ума, походу. Так, окей. Супер. Дедпак. Угу. Тоже, в принципе, неплохой. 80 вот таких вот дают. Монеток топовых. Так, ну это такое себе. Вот, кстати, тоже интересные паки. Плюс 15к самоцвета. Очень выгодный пак. Так, мановой огник. Это надо будет на десяточку забрать. Скин на огника нам надо. Тоже, в принципе, неплохая тема. Надо забрать. А, и вот дополнительно. Ну, за бонус, за большой пак. Неплохо. Неплохо, неплохо. Я вам скажу, очень даже отличный пак. Жесть. Обалдеть, вот это можно аккаунты с минимальным донатом прокачать нормальнаки. Так, что есть еще? Коллекционер героев, обалдеть. За ангела, вот то, о чем я и говорил, за ангела дают. По сравнению с русским сервером, вот посмотрите на этого коллекционера. Да, здесь не дают топовых плюх за 15 слизней, но если вы убиваете какого-то героя, вы получаете реально топовые плюхи. Вот пятую. Пятый сундук замка. Просто изи. Также есть дискаунт. Что у нас? Огник. Скин. Можно без донат, может получить. Обалдеть. Супер. Как по мне, реально отлично. Так. Хорош. Действительно хорош сегодня рынок. Ну, тут всегда так. Это же английский сервер. Так, ну что, давайте устроим мини-роллинг. Четыреста пятьдесят и нифига. Так, окей, с этим разобрались, поехали дальше. Поехали на немецкий сервер, посмотрим, что сегодня нам немцы приготовили интересного. Блин, жара, конечно, нереальная. Самое главное, чтобы сейчас не было у нас. Входов на гостевые аккаунты, которые новенькие. Очень на это надеюсь. Так, хорошо. Смотрим, что тут у нас на немецком. Зюклёп. Зюклёп. Так, ну это дополнительные, вот такое себе. Немец сегодня нас ничем таким особо не удивит. И плюхи. Немножко может дешевле даже некоторые. О, нифига себе, вот это, опять же, тут же самое, посмотрите, вот это коллекционеры, ребят. Написано Роуз, это же стрелок. Какой Роуз? Я не знаю, может он здесь так и называется.
розу. Так. Ну, тоже обалденный Коля. Конечно, 45 слизней, надо нормально баблишко будет слить, но неплохо, неплохо. А ежедневка какая сегодня здесь? За ежедневный вход. Ну, тоже, в принципе, огонь. Смотрите, карта смены дается. Хорош. Вот тоже классный сервер. Так, окей. Поехали на... Это, по-моему, Франция, если я не ошибаюсь. Франция тоже. Интересный сервер. Сейчас посмотрим, что здесь интересного есть, и пойдем на русский сервер. Там сегодня у нас топовые плюхи халявные. Что-то расщедрились в последнее время они. Так, Франция. Роза за десяточку. То же самое, что и на немке. Так, дополнительный бонус. Ну, такое себе. Такое, как на английском. Только в евро. Фу-фу-фу-фу. Обалдеть. Вот это жесть, ребят. Посмотрите. Огник за 45 слизней. Французский сервер, ребят. Огник за роллинг. Это вот это круто. Реально круто. Тут ничего не скажешь. Посмотрите, восьмая эмблема, сумки топовые. Блин, вот это крутой коллекционер, конечно. Жестко. Вот это нереально жестко. Ну и тут куча каких-то акций. Блин, вот это круто. Тут стандарт, но, блин, таких два коллекционера, что там, это просто жесть. Поехали на русский сервер. Вчерашний коллекционер, в принципе, обалденно прошел. Куча топовых героев, топовых роллингов будет у вас. Но, блин, это, конечно, не равняется с этими двумя коллекционерами, которых я вам показал. Французский, это Огник, просто жесть. Вот это кайф, да, 45 слизней собрать. Так, вот он, русский сервер. Печаль. Хоть посмотрю, какое колесо удачи. Огник. Это печально. Даже на роллингах не хватит. Нифига себе! Вот это неждан! Русский сервер, вы просто бьете все рекорды. Это просто аут. Жестко, да, так? Сразу же с бесплатки. Так, что у нас еще есть? А, вот она, эта халява. Ну, честно говоря, такое себе. Ну, хотя можно получить хоть либо талант, эмблемку, либо часть скина. Ну, короче, такое арена. И... Давайте заберем, попробуем. Ну, конечно, Анубис это жестко. Стычки с бесплатки. Просто имба за 150. Нанять героев. На 450 у нас не хватает. А столько по 150. Мы простые парни. После Анубиса понятно, что тут ничего. Нифига себе. Жестко. Это реально жестко. Удивляют, короче. IGG сегодня. Да уж, ребятушки. Ну, конечно, блин, французский сервер меня что-то вообще удивил. Я не знаю, что это Тайвань, по-моему, если я не ошибаюсь. А может и нет, но русский сервер, блин, какой-то нереально топовый. Чё-то, блядь, они подкрутили по-любому.
А это, по-моему, наша любимая ТВшка, да. Тайвань, ну тут понятно, тут заходите вот так вот за 300 самов забираете. Я уже не раз показывал вот такие плюхи, 10 этих, тоже по-своему очень крутой сервер. Надо будет зайти, не забыть забрать сегодня. Ну, тоже скидочки есть. Блин, ну Франция, конечно, красавчики. Так, хрустальный, пират. Ну, пират тут стабильный всегда. Этот. В общем, вот так вот, такие вот аксы, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. Всем удачи, всем пока.